Всем салем. Сегодня наша миссия – пожать руку Димашу Кудайбергену. Димаш, добрый рахмет сізге. Бәрімізге де рахмет үлкен. Хош келдіңіз Астанаға. И подари чапан. Поехали. Кстати, всем, наверное, интересно посмотреть, где учился Димаш Кудайбергенов у нас здесь в столице. Вот это здание позади нас. А, кстати, а где он в Актобе учился? В Актобеде, Луиз Холосында, Жуванватында, колледж Доққан. Сейчас вот добираемся до аэропорта на десятке на автобусе. Честно сказать, я на десятке уже давно не ездил. По-моему, уже лет 10, наверное, точно. Мы встречаемся с замечательного нашего Димаша Кудайбергена. Заходим вот сюда. Это международный аэропорт. Судя по всему, мы пришли как бы самые первые, да? Видите, здесь никого нет. Я имею в виду из тех, которые ожидают прилета нашего замечательного Димаша, да? Вот, кстати, можете сейчас оценить. Мы покажем флаг. И чапан покажем, который мы хотим подарить нашему Димашу. Так, ну, во-первых, вот такой у нас есть флаг. Вот такой флаг, довольно большой. Давай немножко отойдем. Вот, с таким флагом мы будем встречать нашего замечательного Димаша. Димаш, Димаш, да? Залем Димаш. Так, это наш флаг. Кстати, вот здесь этикетка. Мы его за сколько мы взяли? За 7500 тенге купили мы. Наш казахстанский флаг. Так, ну вот здесь вот еще у нас такой чапан. Так, камера, подержи, пожалуйста. Я надеюсь, нам удастся подарить этот чапан, одеть на него от лица всех казахстанцев, да, Мира? От кого еще? Атанамыздың атынан. Так, вот такой вот чапан. Он называется «Алтын адам». Давай немножко отойдем, вот так вот. Так, визуально, на меня, на голову, как будто. Вот так. Вот такой чапан, ребята. Я надеюсь, этот чапан, наш замечательный, как сказать, казахстанец, певец наш, он его оденет и примет в дар от нас, от нашей семьи, от казахстанцев, от наших родителей. Честно скажу, наши родители, особенно наша мама, являются большим фанатом Димаша. Наше, как бы, утро начинается с Димаша, день продолжается с Димашем, и вечер, и ночь, по-моему, тоже с Димашем, да, Мира? Мы здесь такая фан-зона именно. Да. Фотографируем. С автографом. Автограф есть? Да, а где автограф? У меня Димаш. Вот Димаш. А, вы его прям наклеили? Да. Вот, ребята, вот так выглядит именно его подпись, чтобы знали. Вот. Как вас зовут? Это мой Раушан. Раушан? А где вы получили? Бабаевна. Где вы получили вот эту именно? У меня зять оформлял этот концерт в Ташкенте. Ага. И на первом ряду, когда репетиция была, он сидел на первом ряду и потом на выходе сфотографировался. И для тещи взял автограф. Для тещи. Вот, смотрите, какой пример. Вот оно, уважение к теще. Вот он, факт, пожалуйста. Да, теща. Вот видели? Вот еще вот такое есть у нас. Это моя счастливая тюбетейка. Вот обратите внимание, сегодня я одел, теперь я буду ее часто одевать. Я думаю, ну вот это вот такой цвет, я думаю, потом другое что-нибудь одену. Пока вот это. Амин жақсы көрем Димашты. Сонген футболка жасап бер. Сол футболка уже Турцияға, Москваға да барды. Тастамайым кием. Қайдан келдіңіз? Алматыдан. Жанкүйерлер бар сияқты. Сіз бүгін қолыңызға шапан ұстап тұрсыз. Сәлеметсіз. Димашқа сыйға тартқалы. Біз Димашқа сыйға тартқалы. Қазақстандықтарына атынан және де біздің өзіміздің ата-анамыздың атынан. Біз қазақстандық блогерлер жанұясы. Вот, ребята, первое интервью Эльмиры. Молодец. Қалай айтыңыз енді? Керемет, бүгінгі мереке, тіпті тәуелсіздікке қарсы біздің Димашымыз сонау, мен бірінші ана Димаштың 5 жастағы айтқан өлеңі бар ғой. Ел тілегін алып ұш, адамзаттың бағына қара бұлт жарып ұш, мұхиттың арғы жағы. Ел тілегін алып ұш, адамзаттың бағына қара бұлт. Кен нормально отыр? Ай, молодец. Төлегенова, Ермек Серкебаев, Әлібек Дінішев, жаңа Мақпал Жүнісова, Роза Рымбаева, өмірден өткен Роза Бағланова апаларымыз. Димашты ойлаймын,
сол бізде фундамент мықты ғой. Мы фанаты Димаша, стоим и ждем его. Чапан, это для вас, нет, Димаш! Нет, потом, Димаш! Пишите. Вот еще с интервью вверху. Еще? Да, еще! Димаш Рахмет! Димаш Рахмет! Вот такой ажиотаж! Ну, вы передали, ребята! Всем-всем привет! Всем салем, да! Красавчик! Вот такой ажиотаж! Димаш, қолыңыз. Димаш, көп рахмет сізге. Бәріңізге де рахмет үлкен. Қош келдіңіз Астанаға. Амин, рахмет үлкен. Аман болыңыздар. Көп рахмет, жасайсын. Бәріңе рахмет, бәріңізге де рахмет үлкен. Мемлекеттің бабы, награда тұра естідің ба? Это был Димаш. Я пожал руку Димашу лично. Көп рахмет саған, Димаш. И все-таки я Чапан успел передать большое количество людей, но мы все-таки свою миссию выполнили, да? Да. Я пожал руку Димашу, ребята. Красавчик! Бір апта қолым сжимаем мен енді. Целый, наверное, неделю, да? Не буду руку мыть. Уважаемые друзья, я вот, в принципе, выполнил свою миссию. Мы отдали Чапан, и мы также пожали руку самому Димашу. Также подписывайтесь на наш канал, я надеюсь, вам нравятся наши видео, мы будем стараться. Эльмира, саған ба надо ма? Ой, Димаш, ты не видишь, өте керемет өтті. Маған өте көп жақсы ұнады, жанкүйерлер өте көп болды. Біздің каналға жазылыңыздар. Осылай біз сіздерді әрдайым қызықты-қызықты передачалармен көңіл-күйлеріңізді көтеріп отырамыз. Подписывайтесь и ставьте лайки. Пока! Жазылыңыздар!